Удачи вам. Хотите, можете пока на машине посидеть. Вы ранены? Так, голова чуть-чуть, рука. Что произошло? Стояли на светофоре в один, второй прилет, и потом все посыпалось после третьего на голову. Все, можно! Можете за ленточку зайти, пожалуйста. Но она ж не просто так там стоит. Надеюсь, что этого не произойдет. Если это будет происходить, то тогда и мы тоже будем принимать соответствующие решения, которые вряд ли понравятся сегодняшнему руководству Южной Кореи.